В одном лесу медведь работал зайцем. Как это произошло? Лесу нужен был медведь, но свободной была одна только ставка зайца. Медведь стал выполнять медвежью работу, получая за это заячью зарплату. Работал добросовестно. До тех пор, пока не узнал, что в этом же лесу заяц был оформлен медведем. Написал в главлес. Приехала комиссия. Львы. «Вы медведь?» – спросила комиссия у зайца. «Да, я медведь», – сказал заяц и показал документы. «Но ведь я медведь!» – взревел медведь. «А документы ваши?» И пока, посмотрев документы, комиссия сказала: «О чем вы спорите, гражданин медведь? Когда тут ясно написано, что вы заяц, вы спросите, где мораль?» Какая может быть мораль, когда в комиссии на должности львов были оформлены ослы? О чем речь? Что идет?